Сегодня в Новосибирске открыли международную триеннале современной графики. На 4 этажах художественного музея показывают более 800 работ. Организаторы называют триеннале одним из самых масштабных форумов современного искусства в России. Алексей Кудинов ознакомился с экспозицией. Действительно, международная триеннале графики – это один из крупнейших выставочных проектов, которые вообще проходят на территории Новосибирской области, да и в сегодняшних условиях на территории России. Родился этот проект как биеннале, то есть проводился раз в 2 года, но вот теперь проводится раз в 3 года. Основная площадка – Новосибирский художественный музей, хотя один из проектов открылся в арт-центре «Красный» пару часов назад. И, конечно, за минуту рассказать о том, что это такое, и перечислить всех авторов, которые участвуют в триеннале, невозможно. Надо сказать, что это не одна выставка, а по сути целых 25, каждая из которых достойна вот какого-то отдельного открытия, отдельного рассказа. Все это проекты кураторов из разных стран мира, которые на свой вкус выбирали авторов, работающих в той или иной технике. Кому-то интереснее то, что происходит сегодня в современном искусстве Азии, кому-то интереснее Америка, Европа. И вот в итоге, при сложении всех проектов, получилась такая огромная триеннале, огромная программа, в которой очень просто, конечно, потеряться. Лично я в предвкушении новых для себя открытий с удовольствием посмотрю эту выставку. И хочется пожелать только одного, чтобы как можно большее количество новосибирцев воспользовались этим уникальным моментом, посетили художественный музей и посмотрели те работы, которые собраны, посудила со всего мира. Очень много и стилей, и тем представлены в залах музея сегодня. И, конечно, не рассказать об этом сюжете. Но вот есть, например, ностальгическая тема, посвященная Советскому Союзу. И там можно увидеть и Чебурашку, и Мавзолей, например. Не обошли художники тему коронавируса и пандемии, и по-разному ее тоже отразили в своих работах. Но вот каждый кураторский проект – это какая-то тема. Ну а всего 330 художников принимали участие в этой триеннале графики. Конечно, практически никто из них не смог из-за пандемии приехать в Новосибирск. Но вот так они представляют свои континенты, свои страны, свое искусство здесь, в Новосибирске. Конечно, выставка будет работать не один и не 2 дня. Здесь будут проходить кураторские экскурсии, на которых на самом деле стоит побывать, чтобы узнать, чем живут современные художники на всех континентах планеты сегодня, в 21 году, 21 века.